у вас есть выбор, производить танк или примерно 100 машин. То есть танк стоит как 100 легковых машин. ВВП это считается одинаково. Но если производить танк, то фактически это металлолом, который сгорит, еще людей убьет, пока будет уничтожен. А 100 машин, это, ну, люди могут передвигаться. Вот рост российской ВВП, он такой очень плохой. Россия последний год производит товары, которые направлены на уничтожение ресурсов и на убийство людей.